Брест – историческая родина художника-модерниста Дмитрия Стелецкого, творившего на рубеже 19-20 веков. Именно поэтому в рамках республиканской акции «Брест – культурная столица Беларуси» наш пограничный город стал первым принявшим выставку «Стелецкий» от Брест-Литовска до Парижа. Кстати, именно во Франции автор проявил себя как посланник русской культуры за рубежом. Сегодня творческое наследие русского модерниста представлено во многих музеях России, а также в частных коллекциях. Два года назад четыре полотна Стелецкого оказались и в корпоративном собрании Белгазпромбанка, два из которых спустя год были выставлены на родине знаменитого брещанина. Работы выполнены в стилистике 17-го столетия, то есть апеллируют к ней, восходят к ней. И для них характерны основные черты творчества Стелецкого и его художественного почерка. Это синтез традиций древнерусского искусства с его глубокой духовностью, с его приверженностью канону, традиции народного искусства с его жизненной силой, тягой к декоративности и того нового, что привнес в искусство модерн. В торжественном открытии вернисажа приняли участие представители правления Белгазпромбанка, городской власти, а также ценители и поклонники творчества нашего знаменитого земляка. События такого плана делают город культурнее, что полностью оправдывает его статус в этом году, подчеркнул на мероприятии мэр города Александр Рогачук. Это впервые в Беларуси, на самом деле это впервые в Бресте, что нам вдвойне приятно и очень здорово, что такими маленькими, на самом деле очень большими событиями мы наполняем вот это содержание статуса культурной столицы. Данная выставка или экспозиция, она является частью большого проекта нашего «Арт Беларусь», в рамках которого одной из основных задач является возвращение не просто на родину работ, а восполнение лакун, то есть возвращение не просто на родину, а вот экспонирование именно на малой родине, как обычно говорят, то есть именно в тех местах, где люди родились, вот для нас это особую важность приобретает. Выставка «Стелецкий от Брест-Литовска до Парижа» будет работать в Музее спасенной художественной ценности до 17 сентября. До этого дня каждый желающий может ознакомиться с уникальным диптихом «Бояре». Кстати, уже совсем скоро брестских ценителей искусства ждет еще один художественный сюрприз. Мы уже на уровне общественности города и так далее начали такое хорошее нормальное движение по возвращению произведений выходцев из Брест-Литовска, из города Бреста, к нам сюда, на историческую родину. И, пользуясь случаем, анонсирую церемонию передачи городу картины не менее известного художника Якова Балдея. Где-то примерно через неделю где-то мероприятие будет, наверное, в музее нашего «История города». Виктория Драгобецкая, Евгений Проснель, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.